Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. 30 декабря скончался советский актер театра и кино Сергей Викторович Сакани. О смерти народного артиста Абхазии сообщается на сайте Министерства культуры Республики. Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба выразил соболезнования в связи со смертью артиста. Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного актера Сергея Сакани, на протяжении 40 лет сыгравший огромное количество ролей в различных спектаклях по пьесам абхазских драматургов, говорится в сообщении ведомства. Причина смерти не названа. Сергей Сакани родился 19 января 1935 года. В 1964-1974 году служил в Сухумском грузинском театре имени Гамсахурдия, с 1974-го – актер Абхазского драматического театра. Экранный дебют, 1969 год, продавец газированной воды «Давид» в детской ленте, «Время счастливых находок», экранизации рассказов Фазиля Искандера. Далее, историческая картина «Белый башлык», «В ночь на новолуние», «Колокол священной кузни», социальная драма «Сувенир». Советский, белорусский актер кино и телевидения, режиссер Владимир Поначевный скончался 29 декабря, сообщает российская газета. Утверждается, что причиной смерти Поначевного стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Актер родился 13 июня 1939 года. В 1961 окончил актерский факультет в ГИК, к тому времени уже имел опыт съемок, снялся в фильме Михаила Калика и Бориса Рыцарева «Юности наших отцов», также снимался в фильмах «Внимание», «В городе волшебник», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют», «Государственная граница», телефильме «Время выбрало нас», сериалах «Каменская-1», «Полосатое счастье». Был директором фильма «Все впереди» Николая Бурляева, вышедшего в 1990 году.